приветствую тебя, мужчина, на связи Шамшурин. И, значит, суть видео следующая. Что делать в первые дни после того, как отношения начались? То есть, как бы, что делать в первые дни после секса с девушкой, если она тебе нравится, если ты хочешь построить с ней какие-то отношения? Наконец-то долгожданный секс с женщиной, надеюсь, все-таки случился. И, как бы, вы проснулись у тебя дома. Ну, может, не дома, может, это под елочкой произошло, я не знаю. Но, как бы, рассмотрим все-таки классическую ситуацию, когда вы проснулись у тебя дома. И как бы два вида продолжения, собственно. Первый – это когда тебе отношения с ней и секс дальше там не нужен, что делать. Ну и второй – когда ты хочешь построить с девушкой отношения и как бы дальше продолжать общение, потому что она тебе нравится. То есть, ну, в первом случае, если тебе ничего не надо от этой девушки, что делать? Ну, не знаю, отнесись к ней по-человечески, проводи ее и, соответственно, как бы я сделал, ну, я бы не стал звонить, писать и так далее, и, может быть, даже там заблокировал, ну, я не думаю, что она в этот момент будет там на себе волосы рвать. Но, как бы, все люди взрослые, все понимают, поэтому, думаю, ничего страшного не случится. То есть, гораздо более интересен второй случай, то есть, когда после того, как секс с девушкой впервые с этой девушкой случился, и ты хочешь с этой девушкой дальнейшие отношения, и для многих секс – это какая-то финальная стадия, это апогея, они думают, о, наконец, то есть после этого она никуда не денется, нифига не факт, как бы, что делать? Значит, почему я сейчас говорю, вот, когда начинаются отношения? Потому что хочу напомнить свою позицию, которую считаю единственно правильной и верной, что до секса никаких отношений между мужчиной и женщиной быть не может. В принципе, вы и после этого ничем друг другу не обязаны. Но если у вас не было секса, то это далеко еще не отношения, поэтому они начинаются именно сейчас. Итак, вы проснулись в одной кровати. Что бы я сделал в первую очередь? То есть, ну, вы проснулись, возможно, там еще раз занялись сексом, поцеловались, пообнимались. Я считаю, что нужно девушку накормить, то есть нужно позавтракать. Ты же хочешь дальнейших отношений, ты же хочешь, чтобы она поняла, что ты классный парень. Поэтому, если у тебя есть что дома поесть, кроме там, не знаю, ну, у меня лично обычно открываешь холодильник, и там, знаешь, такое перекати-поле. Вот. Ну, может быть, у тебя немножко не так. Если у тебя дома ничего нет поесть, но спустился в какую-то кафешку ближайшую к дому вместе с ней, там, шоколадница, не шоколадница. Вот. Поели там, обязательно, как бы, прояви заботу как мужчина. То есть ты должен покормить свою женщину. Следующее. Например, ей нужно домой, то есть и у нее какие-то дела, она работает, что-то еще. Обязательно ее проводи. То есть позаботься о том, чтобы приехало такси, там, передай ее в руки этому таксисту, там, не знаю, прояви какую-то заботу, посмотри, там, чтобы был нормальный, адекватный чувак, либо отвези ее на своей машине, либо еще как-то, либо проводи до ее машины. То есть ты должен ее проводить, ну, как бы, опять же, максимально проявляя заботу к ней и какой-то интерес к ней. Что дальше? То есть дальше ты ей пишешь вечером, например, этого дня смс-ку, либо звонишь ей, либо на следующий день. То есть важный момент, смотри, звонить или писать обязательно должен ты. Почему? Потому что для женщины и так как бы секс – это такая штука, что типа, ну среднестатистическую возьмем, скажем, не самую адекватную, не самую неадекватную, что типа вот я там отдалась этому мужчине, то есть я взяла на себя ответственность, я там доступная, недоступная, у них вот эта хрень начинается в голове, и получается, если еще и она будет звонить, то это для нее вообще как бы, ну, недопустимо, я что там, шлюха, то есть я у него ночевала, еще сейчас сама ему буду названивать, говорит, чувак, как дела там, мне понравилось вчера с тобой, поэтому принципиально звонишь ты, говоришь, что очень было круто, тебе очень понравилось провести с ней время, там, не обязательно говорить, что там секс. И, соответственно, вот как у нее дела, ты там беспокоишься, как она доехала, не доехала, то есть там поела, не поела. Ну, как бы проявляешь к ней искренний интерес и говоришь, что ты хочешь увидеть ее еще раз. Вы договариваетесь о какой-то следующей встрече. То есть по поводу следующей встречи. Я, в принципе, тоже делал так, и первая мысль, наверное, что я бы не отказался пригласить ее сразу к себе домой, что теряться-то, я ее хочу, как бы, мне понравилось, все было круто, да и, в принципе, она не против, но я тебе рекомендую, если ты хочешь, опять же, там, каких-то серьезных, романтичных, долгих отношений, прояви себя следующим образом, пригласи на какую-то культурную программу, культурное мероприятие, не знаю, в кино, в театр, еще куда-то, на выставку, то есть
куда-то в какое-то социальное место, то есть дав ей понять то, что она тебе интересна не только как сексуальный объект, но еще интересна как женщина, как личность, как человек. То есть, в любом случае, оттуда вы, скорее всего, опять поедете к тебе домой или там где-то в туалете, или в примерочной, или в кабинке где-то еще, то есть займетесь там взаимными ласками, но лучше всего все-таки пригласить в какое-то социальное место. Вот. По поводу того, что делать дальше, то есть вот в момент этой эйфории мужчины делают такую ошибку, они начинают часто звонить, часто писать, я соскучился, поцелуйчики, смайлики, прочая херня, как бы это все круто, но здесь нужно найти какой-то баланс, какую-то золотую середину, чтобы ты ей при этом не надоел, то есть женщина начинает влюбляться в мужчину, и вот как бы в отношениях должна быть некая нехватка тебя, небольшая нехватка тебя. То есть она должна хотеть видеть и слышать, и чувствовать тебя чуть чаще, чем у нее это есть возможность, чем она себе это может позволить, чем ты ей позволяешь. Поэтому, если ты не сильно названиваешь часто и так далее, ты показываешь то, что кроме нее в твоей жизни есть какие-то другие интересы, бизнес, работа, спорт, хобби и так далее. То есть и она всего лишь часть твоей жизни, и это как бы скажется самым непосредственно хорошим образом на ваших там дальнейших начальных отношениях. Также я тебе ни в коем случае не рекомендую как бы сразу давать ей понять, что она твоя собственность, что она тебе чем-то обязана, предъявлять ей какие-то претензии, потому что начинается такая хрень, там, почему ты мне не звонишь, почему ты мне не отвечаешь, а куда ты пошла, с кем ты была и так далее. То есть, опять же, это все как бы проявление твоей зависимости, твоей слабости. Ни в коем случае этого делать не нужно. Ну, опять же, естественно, тебе нужно в ближайшее время начать взаимодействовать с ее разными составляющими психологическими. То есть это женщина-самка, женщина-ребенок, женщина-мать, женщина-друг. Более подробно об этом, если ты еще не смотрел видео про отношения, оно у меня называется как бы «Как не потерять любимую девушку», оно есть на канале «Как построить идеальные отношения». То есть ссылка под этим видео на этот видос есть. Там более подробно я рассказываю вообще об отношениях. Если ты еще не видел, посмотри обязательно, очень интересно тебе будет. Так, ни в коем случае как бы я не рекомендую торопиться с тем, чтобы знакомить эту девушку с родителями, со своими, или знакомиться с ее родителями. Узнайте друг друга, пообщайтесь еще больше, потому что как бы до секса, как правило, и мужчина, и женщина тоже, они пытаются показать себя все-таки более с лучшей стороны. После секса люди больше расслабляются, больше становятся самими собой, то есть им уже нечего скрывать. И, возможно, вылезут какие-то косяки с ее стороны, которые тебе, может быть, не очень нравятся или что-то еще. Поэтому не торопись знакомить с родителями. Не надо торопиться тащить ее к друзьям, показывать друзьям, говорить, смотрите, друзья, вот там, не знаю, Лена, Таня, Маша, Юля, то есть вот друзья, друзья, Лена, друзья. Так делать не нужно, потому что, опять же, ей нужно сначала почувствовать себя комфортно с тобой. И ты должен быть уверен, что да, это та самая девушка, которую мне не стыдно показать друзьям. То есть она поддержит разговор меня и так далее. Поэтому как бы не очень-то с этим торопись. Также я тебе не рекомендую делать следующую штуку. То есть перевозить девушку сразу к себе домой или там переезжать к ней. То есть есть такие мужчины прям быстрые, решительные. И это все круто. На самом деле это хорошая черта, хорошее качество. Принял решение, почему нет, но не надо это делать на следующий день, хотя у меня есть примеры таких тандемов, когда люди там через неделю там съехались и больше никогда не разъезжались, умерли в один день, через две недели. Ладно, это шутка, то есть смотри, опять же, не торопись с этим, ты всегда успеешь пригласить ее пожить к себе, и это очень нужная штука, чтобы притереться, присмотреться, потому что там есть некий быт, некое совместное существование и так далее, но с этим не торопись. Что еще, какой важный момент? Именно девушки часто косячат таким образом, что когда мужчина нравится, ну, в процентах 50 случаев они делают следующим образом, они начинают слишком торопиться с тем, чтобы показать мужчине, что он уже ее, то есть он принадлежит ей. И они говорят, ты знаешь, вот у нас здесь будет там стоять шкаф, кроватка, там, по выходным мы будем ездить к маме, там, а по праздникам мы будем делать то-то, 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 то-то. То есть она как бы дает понять, что я уже решила, что ты мой, что мы будем вот тут вот делать так, вот тут делать так, что я буду рулить ситуацией, что я буду... То есть она уже как бы заявила свои права на тебя. То есть
часто это ошибка со стороны женщин, потому что мужчина такое существо, что ему нужно самому сознательно своим умом. Для него свобода — это очень дорого, как бы, очень важная штука. Ему нужно самому для себя принять, что все, я хочу пожертвовать какой-то частью своей свободы для того, чтобы быть с этой женщиной, то есть строить с ней отношения. Я готов, скажем, ну, принести свободу в жертву. Но когда женщина начинает проявлять вот это, то, что здесь у нас будет то, здесь мы сделаем так, тут мы будем ходить туда-то, там мы будем ездить и так далее, он начинает думать, что за него уже все решили, а я этого еще не решил. То есть, как бы, и проявляется такая штука, некий инстинкт бегства. То есть мужику часто в таких случаях, как бы, хочется наоборот сбежать, то есть щелкает такая хрень, блин, меня лишают свободы, я еще как бы не решил. Поэтому, если ты чувствуешь, что такая ситуация возникла, и что тебе это немножко не нравится, тебя это немножко напрягает, я рекомендую тебе, как бы, всегда разговаривать со своей женщиной, в данном случае это уже теперь твоя женщина, и объясни ей, как есть. Скажи: ты знаешь, дорогая, вот все круто, мне очень нравится, что ты какие-то планы строишь и так далее, но я бы вот объяснил, что прям мне немножко хотелось бы, чтобы сейчас, во всяком случае, на первых порах, я проявлял какую-то инициативу, и если я что-то захочу, я обязательно тебе буду об этом говорить, я тебе об этом скажу. Вот. Потому что я прямо объяснил, что когда ты начинаешь какие-то проявлять инициативы, у меня включается инстинкт бегства, потому что мне хочется самому прийти к тому, что я вот, блин, готов расстаться со своей свободой ради тебя. Поэтому объясняй ей, но ни в коем случае не надо бежать. Вот, ну, как-то так, то есть... Для того, чтобы построить отношения на первых порах после вот первого секса, подчеркиваю еще раз, ни в коем случае раньше никаких отношений нет, делай вот эти штуки или не делай те штуки, о которых я тебе сказал, которые не нужно делать, и будет тебе счастье. Вот. Более подробные какие-то вещи, прямо запланированные, как себя вести, как начинать общаться, потому что любые, скажем так, любое взаимодействие с женщиной, любой интерес ее к тебе начинается с первых секунд твоего знакомства, с того, как ты начинаешь себя позиционировать прямо при знакомстве. Что ты делаешь, что ты не делаешь, что ты позволяешь ей, что ты не позволяешь ей. Вот. Все эти вещи, практические задания, кучу теорий, которые правильно настроят твой мозг, перепрограммируют тебя на успех с женщинами. То есть все это есть в моих видеокурсах, которые сейчас ты сможешь приобрести в ближайшие 2 дня. По сниженной цене в 50%. То есть для того, чтобы их приобрести, я выложил все свои самые классные видеокурсы, которые и маленькие, и большие, и решают какие-то отдельные проблемы в комплексе, все какие-то вопросы с женщинами, плюс практика и так далее, и так далее. Они все находятся на ссылке, которую ты видишь под этим видео. Жми на нее, у тебя есть 2 дня, чтобы приобрести их со скидкой в 50%. Приобретай, учись, и, соответственно, там все, что я нажил вот в своей голове, весь опыт, который я нажил за 10 лет, максимально отстраненный от каких-то ошибок, то есть все эти грабли, которые ты мог бы собрать своей головой, я уже собрал за тебя. Поэтому тебе осталось только приобрести, послушать, сделать практические задания, которые там есть, и получить офигенный результат. Жми на ссылку. Это был Шамшурин. Надеюсь, это видео тебе понравилось. Пока!